Всем привет.
Thank you.
Сейчас его подстрою. Сильно маленькие зазоры сделал. С непривычки. Ну-ка. Вот это вот версия номер 2 демо. Начал ее давно-давно. Так. Вот. Такой вот скальпель будет. Зуб скальпель. Я еще даже не думал об названии. О названии, об названии. Ну так вроде как типа зуб дракона. Вот, а так вроде как скальпель. Ну что, попробуем? Ощущение, что что-то сбил. Ай. Что, блин? Только собрал. Блин, а? Наконец-то. Наконец-то! А потом третья. Третья, думаю, будет поинтересней. Ты вот. Ну, подстроить, конечно, зазоры. Язычок, может, поменяю. Другой поставлю. А, укорочу я еще. Перекручу, короткий сделаю. Подлиннее, покороче. Тут есть варианты регулировки. Трансформер. Трансформер номер 2. Демо, да? Не пойму. Понял.
Так, зазоры. А, давай попробуем. У меня есть. А чё зазоры-то? Какие хочешь, такие ставь. Насколько бой у тебя хороший, ровный. Зазоры. Тут уж зазоры. Не знаю, попробую просунуть. Вот сейчас я вот такое настроил. В принципе, можно и поуже. Эти вот два выкручиваются или эти ослабляются, и вот эти вот выдвигают. Опа, эти вот выдвигаются, он еще длиннее будет, надо будет настроить под. Ну, я потом сниму видео. Вот эти два выкручиваются, сюда вкручиваешь их просто так, и потом оп, задвигаешь, и он коротенький становится. Вот такой вот, это вариант номер два. Шар бильярдный. Ну все, всем удачи. Видео длинное получилось. Все, всем удачи, ставим лайки, играем на балалайке, кому-то понравилось. Дальше будет интереснее, я думаю. Есть идеи. Есть идеи, показывать не буду. Вот такой трансформер номер два. Демо-версия. Все, всем удачи.